Зорки, а что ты там спрашивал про рун? Ну, типа, там же у Рестер Друида талант, что когда хилит, он же энергию ресит, ярость, и... да. А ману ресит кастером или нет? Тебе да, на этом бусе 1%. 6,5 тысяч нарезал. А, нихуя себе. Не, парк, у нас 2 рекаунта, не переживай. Ну, что-то пока что до этого показывали в таргет, так не казалось. Если ты намекаешь про себя, ты там где-то сзади плетешься. Плетешь, он меня 2 раза вокруг брала. Не знаю, ты 2 раза уехал вокруг и пытался показать свой ДПС, но нет. Ебать, вы уехал. Там даже не уехал. Есть такой нет? Один лайфхак с большим трэшем. Это нанесенный урон весь. А меня интересует именно по боссу. Я хочу посмотреть. Зорки, заметь, не я, кстати, это начал. Хейтить, спукать. Так какая разница больше? Мне интересно. Ты еще этот... Как он называется? Ну да давай, есть, давай, есть, давай. Есть же разные боссы, что? Где-то есть трэш, где-то нету. Я просто не знаю, а что ждут люди, какая реакция, когда у тебя летит откровенный хейт? Ты скажи, спасибо, Лангрис! За что? Ну, типа, когда это... Блядь, в 5 минут, о господи. Что такое? Заверши мысли, пожалуйста. Да тут что-то у него все, у него там борода какая-то. Пошел кошек лечить. О! Ну ладно, перебор так перебор. Ну-ка пельмени пока сорю. Хали-гали, ебхин-хали. Ребята, расскажите, как у вас день прошел. День прошел? Да, рассказывай. Появился, поехал на работу. Приехал, пришел на РТ. Расскажи, что на работе было. Ничего интересного. А че, где ты работаешь? Частным предпринимателем. Нихера себе. Ты бизнесмен? Я бы так не сказал. А что предпринимаешь? А? Что предпринимаешь? Попытки выжить в этой стране. Скажем, в Украине или в России? В Украине. Все, понял. Тогда да, тогда согласен. А я лаваш. Получилось, поэтому теперь я его отрывал. Знаете зачем? Чтобы полку красить. Спросите пакетом, что вышло. Сейчас закончу.
Далее, Игорь. Чего, пришли? Нет. Что ты там зеваешь, дядя Игорь? Что? Зеваешь? Да не, песня была заела, бля. Песня заела? Что за песня? Земфира, не знаю, что за песня называется. А ну напой. Потому что... Бля, сейчас... Я девочка с плеером. Ну, это, по-моему, так и называется, девочка с плеером. Девочка с севера. Я девочка с плеером, с веером, вечером не ходи, пожалуйста. Ну да, 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 да. Ну и что, ты в первый раз слышал? Да. Поздравляю. Спасибо. Войт Вангрис Анноу Невер. Идеально. Ты сказал 5 минут, я пошел перекусить. А, ну ладно. Пока Анноу Невер Вангриса нету. Ничего не АФКш, сиди здесь. Я слежу за тобой. Руки на стол. А ну покажи мне ДПС босса. Пожалуйста. О. ДПС. Пизду, не двигайся, блядь. Ты как этот челик, который убил, это, ломай меня полностью, это тоже так же. Пожалуйста, я хочу, чтобы ты показал мне ДПС. Да. Я тебя найду. Саша, конечно, но смотри. И когда линкуешь ДПС, говори, я спортсмен. Батя, батя. Ты по-жёстки получается. Ну пиздец, блядь, машинская машина, блядь. Соло таргет. Я еще не так сильно тай отстал. Ты там далеко. Далеко. Между нами 400к. А на он посылал только. Как мы тоже. Неплохо, неплохо. В смысле идеально? Как ты мне на регине малый? Я сам этот. Из этих. Ну, мне 6 из на регине. Из этих. Из почти натуралов? Да. Из безданутых он. Ничего себе, да ну нахуй. Да. Классный талант. Качай его дальше. Давай на 5 из 3. Сади неплохо. А присмотрите меня, я за книжками спрыгну. Блядь, двой. Что там это мобы ходят? Ну где? Нет, вот здесь вот. Да зачем тебе книжка? Видишь там сколько книг валяются? Здесь вот камера. Можешь? А, кстати, да, их причем все можно набрать еще. Угу. А давайте я типа такой прыгал и случайно упал, а вы меня случайно присмотрели. А нахуя я стрим включил? Он же не надо никому. А я вообще никому. Я думаю, это тебе привычка такая, типа ты стример. Я сам он босс. Главное, сами говорили, что давайте пулять. Да он на кухню зачаржился, и все, и борода.
зачаржился и там быша начал крутить. По холодильнику, блядь. Из холодильника выпадают там, блядь, рулетики, блядь, чипсики. Он ими ХП пополняет. Подождите, у нас этот в рейде все красивые. Пенек типа шифруется. Ну а Войд выделяется, конечно. Ну всегда, вот единственный раз друидов, что, блядь. Зато я знаю, как оригинальные вещи выглядят. И что? Зачем? Нет. Да я не знаю, я не занимался трансмутом никогда. Ну, как по мне, это хуйня, ну, блядь, для девочек. Трансмутом вообще-то. Трансмутировать. Да, у Паладина 219 этот сет приятный. О, пришел босс, пришел босс. О, отлично, пошлите. Давайте все внутрь заходим. Изука, 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 изука. Давайте не обопремся, пацаны. Это будет красивая победа. Прям с пула? С пула дали. Ну значит дамажим. А вы какую школу аркан бьете, надеюсь, на ачивку? Да, ачивки... ПТД. Да понятно все. Стоим слабо. На месте, не дергаемся. Да, дергаемся, да? Кстати, я тут узнал, что меня в начале сентября не будет. Почему? На 2 недели где-то. В Москву надо будет съездить. Зачем? А, там сейчас дядя переезжает. И надо ему будет помочь. С домом, со всем. Да ладно. Я просто там оттуда играть не буду. Слушай, не хочешь приехать сюда ко мне в Ростов? Мне тоже ремонт помочь надо. Ну, он там чуть-чуть по-другому переезжает. Типа, в смысле, просто снял дом и мебель купил. Ну, а у меня в целом там то же самое, только мебели нету и полы что делать надо. Ламинат кинуть всего лишь-то. Ламинат не сможет. Тебя долго с Ростова, типа, до моря? До моря? Ну, типа, 4 часа. 4-5. Я бомжей зову, Зорки, прожми, что я могу. По ЛПшечке каждому оформи. Элементарий. Беги, малышка, беги! О, какой лям. Жок контент, правда? Если меня убьет, зелени не убьет. Да, он тебя даже и без зелени не убивает. Мы же проверяли, по-моему. Ну, это с Кубова проверяли. Ну там 20 тысяч, по-моему, 23 би там что около того. Стоим на месте. Зачем я сюда лужу кинул? Мне страшно стало. А это я, это там просто карнесы все стреляют. Да. Да мне кажется. Пытаюсь. На 9 секунд я не мог балу прожать, не успел. Если есть БР, так БРте меня тогда. Да, давай поднимите его. Идеально подними, Карнас. Потому что меня скоро пробьет такими темпами. Потом съел. Меня 4 элементаля бьет.
Еще раз. И звука есть контроль? А, все закончилось. Да ты можешь не отбегать без этого, ты ж не умрешь. Мне откинуть неудобно. Вот потом побежит. Грипнул бы его за собой. Он тебя откидывает до такого кирал. Жалость последнюю. На! Не успел. Кожаные ботиночки. Руку получи. Вот оффхенд. Только не тот, конечно. Какая же хуйта упала. А фаер, конечно, сладкая штука. Мастерство, я хотел крит, два сокета. Ну, по-моему, ретрику ничего, ботиночки. Сарана падает. А, подожди, не сарана, с кого падают красивые? В смысле? Со смотрителя, вот сука! Айна, на тебе такие плечи вообще нужны когда-нибудь будут в этой жизни? То есть на дети, не на этот, не на трансмог. Изука, ты что-то сделал? О, не, гля, запаркурил, нихуя себе. Нихуя себе левую руку 97 СПД, блядь. А, я понял, я понял, кто ты. Ты, короче, Микки из Большого Куша. Кто, у кого? Ты Микки. Цыган этот. А, да, все, пол. Ты тоже Брэд Питт играл, да? Да. А, нахуй, зови меня Микки. Это кто? Это ты мне сейчас говоришь такие вещи? Да. Все, ребят, у нас паладин сейчас найдем нового. Ну типа он тоже пиздел без остановки. По-моему, тебя только что с Брэдом Питтом сравнили. По-моему, нормально. Нет, у нас всегда в рейде есть человек, который много пиздит. Сначала был типа биполярчик, потом Абула. Их двоих нет, теперь на ее. Все нормально. Это баланс энергии в природе. Да. Слушай, да всегда... вы... Посмотрите лучше, поднимите свои камеры вверх, посмотрите на красоту, посмотрите, как камушки летают. Нихуя. Да. Обращали внимание когда-нибудь? Я первый раз увидел. Хорош. Ну вот. Видите, какой я полезный. Не, горожан, это же типа по красоте, а вот я считаю, что это второй инст после Ульдуара. Ну, типа, прямо еще Софы. Типа, на Ульдар он типа, вот первое, по первому впечатлению, прям совсем соска. А мне нравилось сюда в пещеру времени. Пещеры времени? Ну, там вот этот, Хеджал. Ну, такая больше. Типа, игровая зона. Атмосферно, просто атмосферно по вашему третьему. Плато, черный храм, заебись инстит тоже. Ну да. Плато, да, храм. Ну нет, они пока. Ну как, они прикольные. Но они, знаешь, они не атмосферные. Здесь музыка, топчик. Здесь вот стилистика, вся вот эта башня, она вся переебанная, расколдоебанная. Бай. Вы высокие ценители искусства. Музыка у меня на двоечку и сотки стоит. Громкость на ноуте, а я в наушниках сижу. Вот и у меня такая же хуйня, я музыку не слышу, что с мобильника сижу. Дискорд. Знаете, в Ведьмаке был квест, где мужик попросил это, чтобы Геральт попозировал для портрета, типа. Не смотрели мы сериал, или это ты по игре говоришь? Про игру. Все равно не играл. А зря. Но он там что-то не играл? Я не играл и не смотрел. Да, я ебанулся. Книги читай. Вот книги прочитаешь, во-первых, книги охуенные, а во-вторых, после книг сразу и играть, и смотреть захочешь. Хотя смотреть вряд ли, а сыграть тоже. Потому что игра заебись. Мне сказали, если типа книжку не читал, то сериал будет зайти. А мне не понравилась книжка вообще. Да? Ты всю прочитал? Да. Все? Я там штук 5, наверное, прочитал. У меня такое ощущение, что она вот писалась, ну, то ли для девочек, то ли, ну там вот такое романтическое. Мне нравится это такое. Ну мне да, как бы, блядь, это же роман, блядь.
там такое все, там больше расписано, как он там, какой подкатывает, какой там это, чем... Да, ты как-то, я не знаю, ты что-то упустил, наверное. Во-первых, то, что ты не все прочитал, 5, там же их 7, надо 6-7 досчитать. Там развязка не очень... Ну, я просто понял, что это не для меня книжка. Не это знаю, боль. Я бы рекомендовал, блин, досчитать. Вот игра первая мне очень понравилась. А вторая? Вторая, она больше не как RPG, а больше как файт. А про третью расскажешь что-нибудь? А третью я не такой. Про третью не надо ничего говорить, она игра года, блядь. Она идеальная просто, третья часть. Она идеальная, блядь. А четвертая как? Ну, четвертой еще нету. А, нету еще? Ой, фу, бля, я думал, это, блядь, что-то, блядь, там что-то сумасшедшее. Нет, ты реально не играл, что ли, в третьего Ведьмака? Нет, нет, не играл. Да, пиздец, сколько потерял. Я знаю, что нужно заплатить ему чеканной монетой. Это за лобой, ну, сериал мне не закатило. Вот как бы его выпустили, да, все серии, там, вот день все заебись. Я посмотрел. С Диспельти с Донта. Я знаю, что там еще он волк у него где-то на этом. Волк, хуй знает. На медальон, да? Да. Наверное. Логотип его. Личный. Сорки, тогда давай ты на синенький луч вставай под пустами своими. Да? Базарон, да. А если вайпнется, становится король ДПС. Ну и Зука станет. Если анонбосс есть, то что с меня сорвет все что угодно. Подожди, анонбосс он держит этот. Синий. Ой, зеленый. А, да, кстати. Зеленый в смысле. Кто на синем будет? А синий зорки, на него щиточки дай, а оно на зелененьком. Да давайте 10 стаков быстрее, наносим урон. Все, все готовы? Давайте, пойдем. Пристабаф. Сейчас сбросится. Пристабаф. Да, ля, сколько можно вас бафать уже, господи, голду давайте за это. Надо БП давать за то, что не бафают. Каждый пул. Это будет красивая победа. Вы как будто бафы снимаете. Разойдитесь, не стойте в кучке. Бля, все, узор, блядь, дебаф проебался уже окончательно. Вы говорите, сколько дал уж? Мне не показывают. Сейчас луч должна быть. Я уже 18, что ли? Уже. Босс. Вар, ну вперед, вперед. Дал кап. Сейчас еще одна лужа будет, аккуратней. Сейчас ждем. У меня. 41 стак. И 40 рвет аж. А, готовимся бежать в сторону этого телескопа. Все. Ну я где ты там в рекаунте, я что-то не вижу, блядь. Где? На третьем месте, далеко от тебя. У меня только первая полоска, у меня там вообще ничего нет. У меня... Сука, хорошо, пошутил. Блядь. Нахуй это бан? А мы герой сдавали? Какого хера мы герой не сдавали, ребят? Да, мы герой сдавали, ну сейчас сдадим. Да, ой, нормально, я просто не сдал. Просто супер. Чистый секс. Давай, Геру, погнали. Сейчас уже, уже. Божественно. Чуть не умер. Уже катаемся. Смотрим. Да, блядь, все на меня. Еще одна наверх. Лучше на тебя, чем на меня, потому что не ваншот. Я ДПСил. Сейчас лучше будет. Смотрим. Блинк. Горки. Не. Ну что, забирайте. ВР, дайте по нему. Когда еще? По КД. Угу, 20 вижу. 45. Готовимся выходить. 47. Побежали. Не, в принципе, блин, можно успеть, я думаю. Вар, 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 уходи, уходи, я утону. Сейчас босса
Блядь. Ну чё? Чё, упадём, наверное? Ты чё падать? Ну... Пикассо бьём? Он нам по ДПС пройдёшь или нет? Чё ну, думаешь? Ну, если Изука, если станет, то пройдёт. Давайте, Изука, вставай на луч, попробуем. Сейчас я бэр. Бар, Анон, больше так не делай. Чё это за хуйня была? Сразу уходи в сторону портала. Ну ладно, Паша, как? Дайте баф всё-таки. Вот сейчас... А, уже была уже. А, кстати, у вас нету бедова теперь. Осторожней, заранее отбегайте, у вас теперь нет конта. Можешь... А, нет, всё равно. Боже. Войт, 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 войт. Там сейчас еще одна уже будет. Войт. Предлагаемся уходить. 49. Пошли, пошли, пошли. Вангрис. А можно вот вопрос такой? А что такое значит 45, 49, что это? Ну, сколько на мне стаков? На 50 он будет переходить вот эту темную штуку. А. Прибегайте сюда. Уже Ланкрис. Там еще уже сейчас. Уже Кернес. А Изука в Дискорде? Стоп. Больше не давай приходить сюда. Бля, Изука, это что такое сейчас было? Вон он меня плюнул. Скоро удалят же плевки, нельзя будет плевать. Кто сказал? Ну, там что-то видео какое-то было. И что? Все. А как в игре хейтить? Так коронавирус свиной передается. Угу. Коробка Windows. А лучше где-то сейчас должна быть. Умирает, по-моему. Дракон. Ну дай бог, дай бог. У меня 16 тысяч кританул. Слушайте, а давайте... Что уже будет? Я могу... А что у нас это по персе? Еще одна есть перефаска? Да, есть. Да. Ну, у нас отлично. Что с урки так мало? Так я умер, и сейчас из уха под этим, понимаешь? Понятно. Да надо, короче, просто я на этом боссе буду с магическим доспехом бегать, и все, чтоб мне лужа не шокнуло. А, тебе в любом случае шокнуло. Там либо кто-то палец на глыбе держать. Ну вот так ты ешь с глыбы, выйдешь и сразу в лужу включишься. Надо, блин, ну... Нет? Так, стаки спадут сейчас с тебя. Нет, в теории можно спать, блин, просто. Но я бы хотел...
потом с канцлавра, блин, как все, и тебя это. Тебя сразу выходишь. Канцлавра, блин. Ну, я имею в виду канцлавра этот, ледяную глыбу, а потом сразу, блин, каст прописать. А, Корнес, 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 вы уже стоишь. Давай, левую руку выкинь. Даже. А че я лут не вижу, алло? Че упало? Недостойный. Да там ничего, ткань, крит, меткость. И шея, аспирит. Как минимум удачи. Почему я не вижу в ДПС листе, блядь? Скажи мне. Почему я тебя не вижу? Где там? Я умер! Сейчас разобьюсь. Нет. Не получилось. Подхильтесь, чё вы, не сдохните. Шут? Вроде не брать, не надо брать, он какой-то серьёзный прям, там подхильтесь, чё-чё-то. Расслабься. Но ты уже расслабился, походу. Причём здесь я, это босс там расслабился. Расслабился так, что все получили. Кому-нибудь надо? А что он продает? Слушай, там его сейчас за 2 часа снесли каражан, почти фул. Почти фул, без половины босса, блядь. Почему мы двоих скипнули всего лишь? Шахматы скипнем, не? Шахматы нет. Ну, после ласта. В шахматах очень большие статы на шмотках прописаны. В шахматах и в Молчазаре. Тогда идем на Молчазара. Не, ну мы сейчас на Молчазара точно идем, да. Так, ладно, я это пошел кончить это все. Эрнест, ты тут? Эрнест тут, идеальный. Да там эрудированный кошак. Там диспелить главное, дебаф. Там дебаф что-то. Ну диспелить из дома, по-моему, подсыпает. Знаю, что за дебаф. Ну вот как я не знаю, кто его накидывает. Как... У меня бледы просто и все. Которые по 4000 тикают сейчас. По 4000 Ну в том-то и дело. А Роза как-то убила. Да и меня на прошлом, когда убил. Ну как бит по 4К? В том-то и дело, я не знаю. Я... Там может быть там может быть от 3 бледы были сразу. А, там Мортал вешает, что ли, они? Не, ну там не Мортал, он просто позволяет по больше 80%. Бля, его так тихо слышно, бля. Да. Так кто говорил? Идеальный? Это идеальный. Вот, а, с меткостью залупа. Хотя, слушай. Причем? Ботинки с шахматом. А, я тебе про это и говорю, что тебе нужна перчатки и чест с ИК. Так, у меня ботинки тоже меткозер. Меткость крит. Кстати, а что там, хотел спросить, новости какие-то есть по второй 25-ке? Не скоро. Но она планируется, да? Ну, наверное, живот какой-то второй 25-ке. Я сомневаюсь, что она будет. Ну, типа, если она будет, то это только в том случае, если кто-то, ну, Невер будет релить, либо Пьер две штуки. Ну, типа, она заведомо же для твинков будет, правильно? Типа, есть один... Там просто второй состав наберется просто, и все. Ну, там будут твины мейна, ну, и да. Второй состав. Ну, вообще-то не актуально как-то. Может, вообще не актуально. Мне кажется, актуально волонеры делать. Ну как это актуально? Смотри, типа, ну твинки, кто сейчас твинками играет? Ну поиграет там недельку вторую и все, и забьют. И дальше снова состав будет. Не, а ты, там не про волонер будет идти речь, это не про ультуар, это про ИК и этот матч кру. Вопрос, а волонер апается? Нет. Ну, с контентом? Нет. До того контента еще лет 10.
Не, ну, я просто на X2 ж там есть волонтер. Там новый волонтер собирать придется. А, это новый, да? Да, там еще сзади моб пришел. Тут скорее всего пообменять предложат что-то, или квест какой-то. Да нет, там другой квест. Нет, ты что, просто новый квест будешь делать, так же осколки собирать. Ну, ШМ пока не апали на X2, хотя его давно вроде говорят. Зачем его апать, объясните мне. Там 84-й вепон, куда его апать? Ну типа сейчас падают там 90-е какие-то. Ну, а там еще и прод какой. Ну, все равно. Он все равно актуальный. Ну, с каждым новым контентом он будет хуже и хуже. Слушай, ну он сколько? Он три... Он три контента уже прошло от CLK. Как бы, ну камон, куда, блядь? Шмотка на всю жизнь, блядь? Ну, неплохо. Ничего, ничего, дождутся, блядь. Ты, главное, позитивно мысли. Дайте рыб на X4 и дух бахнуть. Арнес, а ты в ретрике уже. Отлично. Сделайте по красоте рыбу, оформите, пожалуйста, респект. Да зачем Геру с пула? Не, Геру надо давать, когда... Геру не надо, потом на 30 там. Надо, что тем типа можешь не повезти на метеорит, и там бьется жестко похилить. Да, там быстро они летят. Мы все, мы начинаем сразу, да? Можно трапы ставить? Можно трапы ставить, да. Давай, брат, поехали. Давайте не обосрёмся, пацаны. Мучение воргенов здесь нельзя юзать. Ну я юзнул. Правильно, лучше отменить. Нормально сам с собой диалог вышел. Не, мне идеально дал этот мучение воргенов и гнев титанов. Гнев титанов нормально, мучение воргенов, они же шопы. Что ты здесь, если ты слов хп? Нихуя, че за хуйня? Где Берри, нет? Да. Он че, описка подошел, что ли? На левее. Я нажал 1 хп. Куда вы? Левее, понятно. HVD-ш нужно ли? Ну да. Дайте точно репов по нему. Хотя бы щит на себя кидай. Понимаю, я, блядь, говорю. Давайте, блядь, ну. А чё, ребят, ну чё за пиздец? Я стоял быть нормально, блядь. Да не стоили вы нормально, блядь, говорят, идите влево, блядь. Я стою, блядь, вон с кем-то. Нет, так не влево, мне босс убит. Да ты вон стоял перед Лангрисом. И то Лангрис близко стоит. Нахер эти риски делать. Да у меня нету раньше, бля, на 30 минут. Давайте упадем лучше, а? Лангрис, ты живой, у нас минус один всего. Ну да. Ну, слабый ДПСер упал, сбейте. Мы можем 8 минут покайтить, а потом бернуть. Да вы за 8 минут убьете его два раза, да? Что-то сзади падает. О, эй, влево. Смотри, озвучивай. Влево, влево, влево. О, наверное, тотем поставил. Еще вот дальше заходите за тотем, отлетите, блять, будет неприятно. Что-то крыска сейчас улетит, походу. Э, не. Кто ублюдский пул опять у нас? Вардеда летит. Вперед туда, газука. К выходу, блять, вообще дерьмо.
у нас человек. Не, никто не умер. Переходите. Точно? К выходу. По-моему, Ангрис умер. Блять, давайте падут, ну нахуй ты. Выводите сюда к выходу все. К всех к выходу идите. И выйдемся. Ну он посокончен еще помимо этого. Он, блядь, просто в РДД закидал, блядь, и нас отрезал от мира. Сманете? Тут портал. Портал же есть. Забыл тишину. Портал ниже. Нет, не прям тут. Портал прям на этаже. Прям на этаже, вы че? Кстати, да. Кстати, да. Я не знаю, как избавиться от ебаной привычки ШВД жать на перебежке какой-то. Жми чуму. Нихуя не жми. Выкинь с панели, блять, вот и все, избавление. Кстати, нормальная тактика. На одного босса просто убери с кнопки ШВД-шку. Ты как будто на нем ДПС поднимаешь на ШВД. Ну когда ты просто бежишь, то да. Ну да, в принципе. Так что муки не понравились, что еще? Пристебав. И как это называется? И, блядь, мордочка такая фиолетовая. Don't cry, dude. Блять, ну ты меня идеальный, нахер ты... Сбил мне все. Не кидайте мне обмен никогда перед пулом. Хотел тебе книжечку дать, чтобы ты до нас колен встала под ДПС. Я этот, блядь, не могу. Ты мне собаку, блядь, сбил? Я проебал бурст. Далеко, нормально, стоим на месте. Сколько строили балаган, блядь. Один пиздит балаган. Давайте поговорим о чем-нибудь. Да. Кино посоветуй какое-нибудь. Так. Посмотри «Шестое чувство». Бля. Древний. С Брюс Уиллисом. «Шестое чувство мертвых поэтов» посмотри. Внимательно, по-моему, в нас летит. Да, перебегаем влево, 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 перешли влево. Вы, бля, плохо. Все, вроде все выжили. Я ебу, ну и чё, бля. Я тупо в вагон улетел. Эй, сука, без войса, да, у нас сидит? Да. Кого не поедал? Кто-нибудь может сказать мне, почему он без войса сидит? Не знаю. Месяц. Да. Ну, у него там что-то сломалось, или он просто типа... Что сломалось? Ну, хотя хуй знает, не уверен. Карниз. Пиздец, опять пизда. Фамилию падает. Я же к танку подошел, почему у меня ваншотнул. А, все, я не заметил. Ну это хуйня была, ну. Да, вижу. Выйди, пиши. Да. Упада. Минус 2 у нас. Да, это... Бля, зачем я упал? Упал, блядь, чтобы пробежать. Ебал, блядь. Нет, герой нельзя спуд давать. Можно либо... Ой, да у тебя не слышно. Просто пошли они нахуй.
Ну, Изука что-то не понимает тактику, не понимает, что такое. Тихо. Мочек есть? С Изуковского. Тихо. Не, что это значит? Тихо, Дон, тихо. Вот не, сейчас не, нормально, спасибо. Я переведу, он имеет в виду прекращать балаган. У тебя есть, походу, такая. Да, в смысле, я уже нажал, а. Была уже. Дон, тихо. Ставь нормально, чтобы под ловушку подбежал. Все, спасибо. Эволюцию не уважаю. А общество поэтов это детектив какой-то или что это? А посмотри, знаешь, что это? Зеленая книга нормально. Я смотрел. Там этот Вигго Мортенсен. Он такой, он тяжелый на самом деле. Да я ничего там тяжелого не увидел. Или ты про поэтов? Не, я про зеленую книгу. Да не очень тяжело. А, посмотри, знаешь, что? Дневник баскетболиста. Теперь Ди Каприо фильм. Нормально. Движение вверх, посмотри. Ой, блядь. Вот, дневник баскетболиста посмотри. Движение вверх, говорит, хороший. Да хуй-то. Лучше посмотреть, ну как там, бля. Что про хоккей? Да не блять, не смотри, все. А про хоккей нет, который типа американский. Ну, не наш, а, да, американский тоже. Да. Наши не смотри. Еще вот нормальный. Я недавно смотрел там с Брэд Питтом фильм, типа он стал руководителем футбольной команды. Ты что там? Есть спелы по мне, ну чтоб меня фотка не била. Вот сейчас еще раз спел есть. Можешь не душить? А, по мне не проходит урон помимо этой дотки. Типа зачем? Это одно ВКД. А она сильно бьет? Ну, пишет, что 1500, а... А сейчас диспелили, что я не успел посмотреть. А, сколько надо тикнуть? Чуть влево, чуть-чуть влево. Лангрис, лангрис. Господи, идеальный. Сбой с Диснабэром. Это единственный хим. Выходим. Что ли? Я могу похилить. Что-то мы, учитывая сколько раз мы его до 60 доводили, мы его могли уже убить, наверное, да? Ну, не простой босс, получается. Сильный босс. Или мы слабые? Чё за хуйня? Чё не выйдет с них? Волк, нахуй. Это он с меня, ребят. Там волк сейчас, какой-то. Сейчас. Да бежит, бежит, бежит. Волк, бежит, заяц, заяц, волк. Бей волка, спасай Россию. А можно либать это, блядь. А, сейчас. Типа мы так хорошо дошли до сюда. За полну, грубо говоря, за час сорок.